Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Неумолимо приближается время массовых посевов, когда нужно уже будет сеять и редиску, и огурцы, и зелень, томаты, перцы, морковь, свеклу. Если вы начинающий огородник и вообще никогда ничего еще не садили, выбрать очень сложно. Вы придете в магазин, у вас закружится голова. И если вы никак не можете определиться со своим выбором, ассортимент большой, то можете прибегнуть. Первый год можете использовать самый простой вариант. Вот есть, вот у нас даже в продовольственных магазинах сейчас продают, вот, например, в сети магазинов «Светофор», вот такие простейшие наборы, которые, как я называю, не для начинающих, не для первоклассников, а прям подготовительная группа огородника. Все вот эти наборы, они собраны. Например, если вы собираетесь нынче посеять ранний урожай, пожалуйста, есть наборчик для раннего урожая. Тут перец ласточка, я уже называла его, он ранний. Редис 18 дней, тоже ранний. Капуста июньская. И томат Ляна скороспелка, огурец журавлик. Вот если вы такой наборчик возьмете, вы для раннего урожая себя обеспечите. Все. Потом наборчик зелени. Вот я говорю, что именно вот эти вот самые примитивные такие наборчики, которые на все случаи жизни. Если вы зелень хотите какую-то посеять, вот тут 5 зелени. Салат кучерявец одесский, это будет самая первая зелень. Потом укропчик, петрушка, кориандр и базилик. Вам для первого года этих 5 видов вполне достаточно на все случаи жизни. Потом вот есть набор 5 корнеплодов, свекла, морковь, редисочка, зимняя морковка и дайкон, по-моему, тут. Тоже вполне достаточно для первого года. И вот здесь еще один набор. Тут перец, капуста, потом кабачок, томаты, огурчики. Все. Если вы действительно первый год, у вас кружится голова от обилия сортов, вы не знаете, что посадить, вот, покупайте наборы. У нас они очень дешевенькие. Вот у нас набор такой 18 рублей. Вы можете на 100 рублей купить себе первоначальный вот этот вот набор именно огородника-первоклассника. И вы потренируетесь на этих овощах, получите какой-то урожай. Ну, пусть даже не все получите, но хотя бы отработаете навыки посевов, ухода, как поливать, прополку. И на следующий год вы уже будете знать, мало вам этих сортов или достаточно. Может быть, вы увеличите сорта, будет у вас больше томатов и больше огурцов. А какой-то вообще совсем исключите. Например, не будете садить, например, выращивать черную редьку или дайкон. Может быть, не будете садить свеклу. Это будет уже зависеть от итогов вашего первого года. Вот просто начинающим, которые совсем-совсем еще, я говорю, даже не первоклассники, а подготовительная группа огородников, можете покупать просто простые, самые элементарные наборы овощей. Тут по 5 штук в каждом наборчике. Очень дешево. И эти наборы вам помогут отработать все навыки огородника. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это простой совет для начинающих про простые наборы овощные, которые продаются в больших продовольственных магазинах, супермаркетах. Для этого даже не нужно идти в садовый центр. Все.